Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer. И сегодня мы распакуем три мелких пакета, что ли, заказных это называется. Два из них из азиатского крутого игрового магазина Play Asia. И еще один бонусный, это да, это не мелкий пакет, а это простая бандероль. Что такое простая бандероль? Это, короче, такая хрень, которую просто почтальон должен положить вам в доме в почтовый ящик. Но поскольку она выглядит вот так, она в ящик не влезает, и все равно надо забирать ее на почте. Тут ни трека, ничего. Это самая, как бы, убогая вариация посылки, которая может быть утеряна, и ничего с этим не сделаешь. Ее не отследить, не найти. Но если куплено на eBay, хотя бы можно деньги вернуть, если не получил. Пошел на почту за вот этими двумя, и случайно еще говорят мне, вот, зайдите, получите вот это, простую бандероль. Я даже не в курсе, что это такое, но по размеру, наверное, диск на PlayStation 1 какой-то. Не помню, что я уж там назаказывал, сейчас посмотрим, будет интересно. Вообще, хотелось бы возмутиться в начале, какое же говно Почта России, не в плане как бы сервиса, а в плане, как вот мое почтовое отделение устроено. Смотрите, короче, у меня почта — это такое типичное совковое двухэтажное здание, где сбоку магазин Dixie. Мне кажется, у каждого такое есть, какая-нибудь пятерочка в таких зданиях двухэтажных. Наверху какую-нибудь там эту одежду для бабок продают. Типа там халат за 80 рублей, такого плана цену, или там сапоги за 150. И почта. Вот тут, короче, посередине находится на первом этаже. Внутри отделения, где выдают посылки и мелкие пакеты. Тут дверь справа, где мы по лестнице поднимались на второй этаж. Тут еще отделение почты, где можно получить простые бандероли. А если у вас заказная бандероль или заказное письмо, то нужно вот так обойти эту почту сзади. И сзади еще одна дверь, и выдают все там. Причем внутри-то у них единое помещение там с лестницей на второй этаж. Оттуда видно сюда, отсюда видно туда. Но нет, устроено так по-уебаному, что я в итоге пришел такой на почту вчера, пошел сзади вот сюда, говорю, у меня бандероль. Она говорит, у вас бандероль не заказная, а простая, идите на второй этаж. Иду на второй этаж, поднимаюсь, получил бандероль, спускаюсь вниз, иду сюда, получаю вот эти две. А просто такой бред, меня это выбесило, хотелось рассказать. Но давайте открывать. И начнем, конечно же, с большой коробки, потому что это самое крутое и самое важное. По одной из моих любимейших игровых серий, ценный лут. Доступный, кстати, только в азиатском регионе пока что. Конечно, я видел, на Амазоне уже начали это продавать, но на Амазоне это тоже просто азиатские версии. И о чем же я говорю? Да ладно, не буду томить. Про Dark Souls я говорю. Внутри. О! Смотрите, какая красота. И как я разочарован. Я дичайше разочарован. Меня наебали. Я вижу уже прямо сейчас. Закончу снимать видео. Пойду писать жалобу. Внутри в пакете. Вот такой набор. Во-первых, это, ну, какие-то сраные наклейки. Книга Dark Souls 3 Design Works. Артбук по третьему Dark Souls. У меня есть такие же книжки по первой и второй части. Но третий, он суммарно размером, как те оба, здоровый. И игра Dark Souls 3 Game of the Year Edition. Вроде бы вот написано Fire Fates Edition, да? То есть со всеми двумя DLC. Но я-то заказывал не такую версию. Я заказывал азиатскую версию игры, которая идет в толстой коробке с ценным лутом. И тут меня, получается, они наебали и прислали версию какую-то европейскую или типа того. Что пишут сзади, чья версия? Не пойму, где это написано. Какой регион-то вообще? Даже значка региона нет. Ну, короче, это не то, что я хотел. Я расстроен. Это пиздец какой-то, господа. А сейчас закончу снимать видео, пойду катать им эту маляву. И надеюсь, что те, что я хотел, не раскупили то, что я хотел. Она в картонной коробке, толстая, с плакатом и с крутым артом. Я как раз специально заказал ее там, чтобы не покупать у нас вот это говно, Game of the Year. Какого хрена мне прислали его? Просто. Я дичайше разочарован. Кал какой-то.
Ладно, распакуем вторую коробку. Ну, расстройство. Ну, вот реально не ожидал такого поворота. Ну, хоть тут, наверное, все нормально. Это первый ограниченный тираж. Limited Run, то бишь, игры на PlayStation 4 от PlayAsia. Игра Blue Rider. Очень крутая леталка-стрелялка про самолетик. Нифига тут сзади даже скриншотов никаких нет. Леталка-пострелушка такая. Пю-пю-пю-пю-пю. Сайд-скроллер. Красочная, графонистая. И вот решили выпустить ее на диске в Limited Edition, именно PlayAsia. Изначально первый Limited Run у PlayAsia был, это игра тоже про самолетик, только на PlayStation Vita. Другая игра, не эта. Потом это Blue Rider. И сейчас Castle Castilia, третий релиз, у них вот где-то через месяц придет мне тоже. Limited Run, может быть, в отдельном ролике посмотрим. Окей. И последняя вот эта бандероль, которая я по размеру представляю, что это, видимо, да, игра на PlayStation 1 такая квадратная должна быть. Но что это за игра? Мне, кстати, возможно, это зловещие мертвецы. Что-то у меня возникло почему-то подозрение. Может, нет. Совершенно не помню. Я купил много очень игр на PlayStation 1. Но почти все из них заказал до посредника в Англии, чтобы единые посылки послать. И только совсем чуть-чуть игрушек отослал напрямую в Россию, которые слали с бесплатной доставкой, что ли. А, не-не-не, все, я понял, что это такое. Да, все правильно, все правильно. Секундочку. Как раз сегодня смотрел спидран этих игр. Как чувак за 12 минут все прошел и убил всех боссов. Трэш вообще. Да. Это Duke Nukem. Duke Nukem на PlayStation 1. Оригинальный Duke Nukem 3D. И Duke Nukem Planeta Bob. The Land of the Babes. Еще я заказал третий Duke Nukem, который Time to Kill. Мой самый любимый. Нет, самый любимый у меня, конечно, 3D. Но 3D он везде, и на компе, где только его не было. Вот Time to Kill и Lands of the Babes, это для PlayStation. Заказал их это. Тоже заказал третью часть, только она мне на Англию придет. Давайте глянем, внутри все ли нормально. Да, мануал на месте. А тут мануал. Диск. Давайте диск глянем. Диск прям идеальный. Как новенький. Окей. Да, два Duke Nukem. Запамятовал я, что я их послал к себе сюда, в Москву. А не на Англию, на посредника. Ну, окей. Соответственно, вот такой сегодня набор. Два Duke Nukem. Limited Edition Blue Rider с PlayAsia. Крутой большой артбук по Dark Souls 3. То есть у меня три таких артбука. Будет отдельное видео, все три в одном ролике, я думаю, посмотрим. И главное разочарование, Game of the Year Edition вместо Fire Fate Edition Dark Souls 3. Буду писать жалобу. На этом все. С вами был Сергей. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, вы меня сочувствуете. Подписывайтесь на группу канала ВКонтакте. Там я уже отдельным постом сообщу, чем закончились мои мыторства. Получится ли обменять или, может быть, получится бесплатно просто получить то, что я заказывал. А это говно просто у меня останется. Не знаю, посмотрим, чем закончится наш разговор с PlayAsia. Но вроде они люди нормальные, должны понять, что это их косяк. И не забывайте, что у канала есть Instagram. OSG666. Все это сфоткаю и тоже выложу туда. С вами был Сергей. До скорых встреч!